let's look at chapter 17 then, and again, if Gazelle would read, wow, the entire chapter. Следующую главу, 17-ю, мы с вами разберем целиком, с 1 по 18 стихи. И вначале мы прочитаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя «Тайна» – «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей. Те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Wow, that is a powerful chapter. А это очень интересный фрагмент, интересная глава. And it's a chapter that is to answer a lot of questions. А и вот в этой главе мы с вами найдем ответы на многие вопросы. And yet, in some ways, it leaves us with more questions. Однако, отвечая на эти вопросы, у нас появится еще больше вопросов. So here we have the introduction of a new player in the book of Revelation. Итак, в книге Откровений у нас представляется еще новый персонаж, еще один новый персонаж. This particular person, this image has not been used before. Тот образ, образ вот этой личности не был еще использован до этого. So most people, and I would include myself in that group, why do people think that the woman here is an apostate church? Почему многие люди, и включая и меня, почему многие люди думают, что женщина в этом фрагменте символизирует вероотступническую церковь, церковь, которая отошла от веры? Here's a couple of reasons. Причины, по которым они так думают, что это символ вероотступнической церкви. The prostitute is a common Old Testament image for false religion. Во-первых, блудница – это распространенная метафора в Ветхом Завете для лжерелигии. Many of the times when the nation of Israel would fall into idolatry, God would refer to it as prostitution or adultery. Очень часто, когда в Ветхом Завете израильтяне начинали заниматься идолослужением, Бог называл это блудом, а их самих называл блудницей, или называл идолослужение прелюбодеянием. There's also these five similarities between Old Testament
harlot cities and the descriptions that are here in this passage. А можно вывести пять сходств между ветхозаветными городами-блудницами, образно, и описанием, которое мы читаем в данном фрагменте. There is a luxury and splendor. Во-первых, это богатство и роскошь. That's found in verse 4. А четвертый стих. Clearly that she is dressed in purple and scarlet, glittering with gold, precious stones and pearls. А здесь дается описание ее одежды, во что она облечена: порфира, багряница, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. So she is dressed in a very luxurious manner. То есть это говорит о богатстве и о роскоши. There's also the similarity with the power and violence. Следующее сходство – это власть и жестокость. Verse 6, we see this image of the blood of the saints again. Здесь, в шестом стихе, мы снова с вами видим кровь святых. And would you read that verse 6 for us, please? Шестой стих прочитаем. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». So this apostate church then was responsible for a great deal of the persecution of the believers in the tribulation period. И эта вероотступническая церковь несла ответственность за преследование верующих людей, за их гонения во время великой скорби. Certainly some people who believe that the woman here is the Roman Catholic Church would point to the Inquisition as an example of that violence. А те люди, которые считают, что женщина здесь символизирует Римскую империю, говорят, что этот шестой стих говорит о инквизиции. Вот в тот период как раз и погибали многие верующие люди. Well, I do think that the Roman Catholic Church was apostate at that time. I don't necessarily believe that they are the prostitute of Revelation 17. Я, конечно же, верю в то, что Римская католическая церковь отступила от веры в тот вот исторический период, когда все это происходило, используя инквизицию. Однако я не думаю, что здесь речь идет именно о ней. Another characteristic or similarity is oppression and injustice. А следующее сходство – это притеснение и несправедливость. So we're going to have to skip over to chapter 15 or chapter 18 to look at these. Для того, чтобы это сходство увидеть, нам придется 18 главу открыть. So, Gisela, if you would read verses 4 and 5 of that. 18 главе, 4 и 5 стихи. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». In addition to that, verse 20 of the same chapter. И еще 20 стих в 18 главе. «Веселитесь о сём, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». So again, there's that connection between the judgment that is falling and the treatment of God's people. То есть здесь мы видим связь между тем судом, который свершается, и между отношением к Божьему народу. Another similarity with Old Testament harlot cities is self-trust and boastfulness. Еще одно сходство между ветхозаветными городами-блудницами и описанием в данном фрагменте – это вера в собственные силы и хвастливость. In verse 7 it says that she boasts, I am not a widow, I will never mourn. В 18 главе в 7 стихе она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». So this woman, this apostate church has very high opinion of herself. То есть вот эта женщина или вероотступническая церковь очень высокого мнения о себе. And then finally, the last similarity is idolatry. И последнее сходство – это идолослужение. Clearly, in these chapters, this woman is idolatrous, and specifically, the idolatry that involves sexual perversion and human sacrifice. Идолослужение всегда подразумевает сексуальную распущенность и какой-то разврат и извращения сексуальные, а также жертвоприношение людей.
Back in chapter 17, verse 4, the second half of that verse, she is filled, or the cup she holds is filled with abominable things and the filth of her adulteries. А в 17 главе, в конце 4 стиха, написано: «И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». And then verse 6, it's clear that she has been sacrificing or killing the people of God. И в 6 стихе мы с вами читаем о том, что она была причиной убийства Божьего народа, потому что упоена была их кровью. Well, I find it interesting that when John saw her at the end of verse 6, he was greatly astonished. Интересно, что вот когда Иоанн увидел эту женщину, он напишет о своей реакции: «Дивился удивлением великим». It's almost as if John is saying, how could a religion become so corrupt? Как будто бы Иоанн говорил, как религия может стать такой коррумпированной, такой извращенной. And the angel says, you know, why are you so surprised? А ангел говорит, что ты дивишься? Because religion without Christ is no better than anything else the world Потому что религия без Христа — это тоже все похоже на все остальное, что предлагает мир. Now, here we're going to be explained. It'll be explained to us some of these, the ten crowns or the ten horns, and the crowns that we discussed earlier in the book of Revelation. В этой главе мы с вами найдем истолкование того, что было в предыдущих главах, когда речь шла о голове, о рогах, 10 рогов у нас здесь, еще короны, да, венцы какие-то есть. Because the Antichrist and this apostate church, this prostitute, are going to have a relationship of sorts. Потому что между Антихристом и вот этой вероотступнической церковью будет какая-то связь, будут какие-то отношения. So, who makes alliances with her? Кто вступает, значит, тогда вопрос, кто вступает с ней в союз? And it is the beast of chapter 13. Это зверь, который описывался в 13 главе. Because you'll notice that this woman, way back in verse 3, was riding on a scarlet beast that was covered with blasphemous names, had seven heads and ten horns. Почему это зверь? Потому что в 3 стихе 17 главы мы читаем, что она сидела на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. We've seen that description before. А вот это описание мы с вами уже встречали раньше. And now we're going to get a little more information about him. А теперь мы с вами узнаем чуть больше информации об этом звере. See, that's the way the book of Revelation works. То есть это то, каким образом построена книга Откровений, такова ее структура. It tells us something, and then it goes back later on and gives us more information, more details. Вначале мы узнаем что-то об одном из персонажей, а потом чуть позднее мы получаем дополнительную информацию. Now here we're going to look at a problem that is almost as hard, if not harder, than 666. Мы сейчас с вами столкнемся с проблемой, которая похожа очень на проблему имени, да, число имени его 666. Verse 8 of chapter 17 says that the beast, which you saw, once was, now is not, and will come up out of the abyss and go to his destruction. В 8 стихе говорится, зверь, которого ты видел, был, и нет его, и не выйдет из бездны, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. So it sounds like this was a person who once lived, and then he died, and then he's going to come back. То есть какой мы вывод с вами можем сделать? Это личность, которая когда-то жила, потом его не было, скорее всего, он умер, а потом он снова появляется. One of the most persistent theories about this is that this is Nero. Очень многие люди пытались увидеть Nero, emperor, yeah, в этом фрагменте императора Нерона. And that he and that in fact if you take his name, if you take the letter Caesar Nero, and you spell those out in some language, it comes out to 666. И вот брали даже вот это вот имя император или кесарь Нерон, и вот эти буквы переводили на цифры на каком-то там языке, и получалось три шестерки. So then we try to figure out some more information.
Но нам нужна еще дополнительная информация. Что еще мы можем здесь узнать? And this starts in verse 9 and goes through verse 11. С 9 по 11 стих мы с вами читаем о нем. So he is in a line of seven kings. Здесь говорится о том, что он в ряду вместе с семью царями. Он в одном ряду с семью царями. Five of those have already died. А здесь говорится о том, что пять из них уже умерли. Пять пали. One is, and that could be one is existing right now when this book is being written. Один есть, вполне возможно, это тот, кто существовал в то время, когда книга была написана, если о том времени речь шла. Then there's going to be another one who has a short reign. А другой еще не пришел, но когда придет, то недолго ему быть, то есть у него время правления будет короткое. And then there's going to be a number eight. А потом будет восьмой, он будет как раз зверь, будет восьмым. But so many people have tried to understand this puzzle, and no one really has. А очень многие люди пытались разобраться вот в этой загадке, кто же эти цари, что здесь имеется в виду, но никто не пришел к какому-то разумному выводу. Most people have tried to understand it as the Roman Empire, but the numbers always have a hard. Многие пытались увидеть в этом образе Римскую империю, но все равно, когда начинают считать, числа не всегда подходят. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. So whatever this alliance is between the prostitute and the beast, it does not last. А каким бы ни был этот союз между блудницей и антихристом, мы видим, что союз этот оказался непродолжительным. The beast and his 10 friends, if you will, have one purpose, and they are going to war against Jesus. А у этого зверя и 10 рогов, так называемых его друзей, да, других 10 царей, одна цель. Они собираются воевать против Иисуса Христа. То есть они объединяются в ненависти к Нему. So that is the alliance between these 10 nations under the Antichrist and the prostitute. They have an alliance and they hate. То есть это союз 10 царей, можно сказать, 10 государств или народов с антихристом и плюс с вероотступнической церковью, с женщиной. Вот это союз трех. Все они объединились в своей ненависти к Иисусу. But you see in verse 16 that their own depraved character destroys their partnership. Однако в 16 стихе мы с вами видим, что их порочность уничтожает их сотрудничество. You see, they hate her, and who knows why? Maybe it's a power struggle. Посмотрите в 16 стихе. Они возненавидели блудницу. Не знаем, почему ее возненавидели, но, возможно, это борьба за власть. So how will she be destroyed? Каким образом она будет уничтожена? Как она будет разрушена? Notice that it is God who initiates this destruction of Babylon. Обратите внимание, что уничтожение женщины инициирует Бог. And that's found in verse 17. В 17 стихе написано. God puts it into their hearts to accomplish His purpose. Бог положил им на сердце исполнить волю Его. He will also, and so He will use the beast, the Antichrist, to accomplish this. И он использует зверя для осуществления этой цели. Зверя. Антихриста, зверя. And God is sovereign over the world, even over Satan. Бог имеет власть над этим миром, и Бог имеет власть над сатаной. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.